Ребята, я видел турнир UFC. Как есть, надо правда сказать, Хамзат Чимаев не выиграл. И я думаю, Усман выиграл. А насчет Чохар, который нападает на Паулу, ну, хоть оставите его 1-1 с ним. Если 1-1 с ним оставить, он сам не знает, что будет. А так хочу сказать, шоу хорошо, но надо выйти. Выйти на поединок. Если человек хочет UFC, то надо работать. Говорить каждому можно болтать. А когда дела, это другой уровень вообще. Так что я думаю, я пораньше там буду. И ты будешь в стуле сидеть там, поддерживаешь меня, как раньше в наше дело. Помнишь, ты же был мой фанат в стуле. Чего вы нервничаете? Я имею право и скажу свое мнение. Вот это слова, которые пишите, верните у себя дома. Перед отец свой или мать свой, своя. Скажи в лицо их. Не надо тут меня материть и так далее. Захожу в Инстаграм тех людей, которые, ну, почти оскорбляют. Такой маленький чувак, 15-летний, 16-летний. Или, ну, взрослый, который в профайле у себя пишет «Алхамдулиллах» и так далее, а мне мат, не мат пишет. Вот это у себя дома скажите. А я всегда скажу свое мнение. Мне пофиг, кто что говорит и что думает.